Правительство Севастополя подписало мировое соглашение с собственником крупнейшего в городе строительного супермаркета «Добрострой». Согласно документу, чиновники отзывают свой иск о сносе торгового центра взамен на приведение документов в соответствии с российским законодательством. Результатом нашей сегодняшней встречи стало подписание дорожной карты, направленной на урегулирование правовых вопросов, связанных с разрешенным видом использования земельного участка, со снятием судебных споров, которые имеются. То есть мы договорились о том, что в порядке, определенной дорожной картой, стороны выполнят мероприятия по оформлению земельных участков, и функционирование торгового центра «Добрострой» будет находиться полностью в правовом поле. Напомним, ранее правительство города было намерено через суд обязать собственника торгового центра «Добрострой» снести здание за счет собственных средств, поскольку часть строительного супермаркета была возведена на земельном участке, который не предназначался под строительство комплекса.